преддверии череды выездных соревнований фигуристки старшей группы подопечной Андрея Ханяна оттачивают элементы программы, не обращая внимания, что делать вращение приходится чаще всего на голодный желудок. Время неудобное. Поставили 2 часа, а у детей, у старших 6 уроков, вот они не успевают. Не емши, говорится, ничего, не пимши, и они приходят, и мы что-то от них требуем. В основном тоже давим на технику, то есть на прыжковые элементы и на вращение. Ну, учитывается все. Плюс, скажем, дорожка шагов. Усложняем там всякие, скажем, крюки, выкрюки.